Здравствуйте. Здравствуйте. А вы же моя новая соседка? Да. А вы где работаете? Я в клубе стриптизершей. Ну, прикольно. А вы где? Я врач. Ого, поди гинеколог. Ну, я не гинеколог, но по-соседски могу посмотреть. А я могу показать по-соседски. А давайте. Ну все, друзья, всем пока. Вы были на канале Гена Лайф. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Оксана, представляешь, пока ты сейчас отходила, меня узнал мой подписчик. Представляешь, так приятно. Да ладно, ты тот мужик, что ли, в желтой курточке? Ну да, вон сидит, вон видишь на лавочке. Так я жены. Сейчас мимо них шла, знаешь, что он сказал? Че? Опять встретил этого долбанного блогера, который всякую хрень снимает, представляешь? Да ладно, да и быть такого не может. Серьезно. Слушай, сейчас пойду ему репу начищу, блин. Да не надо, не надо, Ген. Геночка, привет, я пришла. Привет. Блин, какая жирная. Ну ты чего такое говоришь? Что ты обзываешься? Ты всего на 2 килограмма поправилась. Да я не про тебя, я про сковородку говорю. Жирная такая стала, еле вон отмыл ее. Хотя... Может, тебе тоже фэри побрызгать, а? Ну, себя брызгать на живот. Точно. О, девушка такая красивая. А можно с вами познакомиться? А можно. А скажите, а какого цвета у вас трусы? Ой, это такой вопрос. Ну, вы разве не знаете, что ли? По цвету трусов можно определить характер человека. Да вы что? А я что, получается, бесхарактерная, что ли? Ну, получается так. Ой, ваше величество, проснулись. Ну как, выспались? Нормально вам теперь? Да нормально. Че нормально-то, бесстыдница? Вчера приперлась в 2 часа ночи. Вся в дыме, но пенющая на рогах, блин. Ты что такое говоришь? Мы с Маринкой вообще только по бокальчику выпили. По бокальчику? Ну. Ага. Я вообще пришла, всю посуду дома перемыла так-то, если ну чё. Да, перемыла. Растительным маслом. А я теперь по новой перемываю все. Чего? Чего-чего, иди белье теперь перестирывай. Так я ж вчера постирала. Да ты чем постирала? Там мукой пшеничной вот этой вы. Иди ты, наша Золушка, переделывай все. Мачеха твой очень недовольна сегодня. Капец. Может, бокальчики большие были? О! О, повезло 100 рублей. Вам, денежку нашли. Ну да. Девушка, представляете, я так уже на квартиру накопил. Ого, здорово. Ага. Везунчик. А вы гуляете почаще? Геночка, ты чего? Что-то случилось, что ли? Да я хочу тебе признаться, не могу уже это в себе носить столько лет. Что? Что случилось? Ну, в общем, наш сын, наш Пашулька, что? Он не от тебя, он от другой женщины. Как? Ты что, мне изменил, что ли? В смысле, сын, ты дурачок, что ли? Капец ты, Гена, ты думай, что несешь-то, ёп. Да что, поверил, что ли? Конечно, поверил, сын не понял, господи, морец года. Гена, блин. Чё? Ну чё, ты чё, охренел, что ли? А чё? А чё ты там на каких-то баб заглядываешься? Забыл, что женат, что ли? Ой, Оксан, я в такие моменты только наоборот вспоминаю, что я женат. Пойду на баб старых смотреть.